«Посади свое дерево». Экологическая акция с таким названием прошла сегодня в Кирове. В ней приняли участие около 20 пенсионеров. Они посадили на территории городского клуба ветеранов 5 саженцев орешника. Причем на каждую повесили по табличке. Правда, когда кустарник приживется, бумажную вывеску заменят на деревянную с именами участников проекта. После земляных работ все желающие смогли и себе забрать по саженцу. Кстати, их подарил лесничий из Верхошижемского района. Отмечу, что эта акция проводится во второй раз. Осенью активисты высадили кедры, которые сейчас уже прижились. Озеленять территорию рядом с клубом организаторы планируют каждый год. В следующий раз здесь уже, возможно, появятся яблони. Пока нам позволяет территория и есть место для посадки, мы будем каждый год сажать и продолжать эту акцию. Это, прежде всего, благое дело на благо клуба ветеранов, прежде всего, озеленение, ну и обязательно какой-то повод должен, помимо озеленения, быть. Вот сегодня поводом явилось 30-летие народного самодеятельного коллектива «Академический хор». Вот у нас появились вот такие именные деревья, за которыми будем ухаживать. Я думаю, что они через несколько лет вырастут и будут украшать территорию клуба ветеранов.